17 декабря в Национальной академии наук Азербайджана состоялись два мероприятия, посвященные юбилею видного ученого, известного общественного деятеля, заслуженного деятеля науки, доктора биологических наук, академика Джалала Алиева, 9-я международная конференция исследований в области фотосинтеза и водородной энергетики во имя устойчивого развития и чтение академика Джалала Алиева. В своем вступительном слове президент Академии наук Азербайджана академик Акифализаде рассказал о плодотворной научной деятельности видного ученого и пройденном им жизненном пути, говоря о заслугах академика Джалала Алиева в разработке стратегии охраны и использования биологического разнообразия в стране. Руководитель Академии наук Азербайджана отметил, что впервые в истории науки Азербайджана ученый основательно изучил процессы фотосинтеза и фотодыхания, которые составляют теоретическую основу продуктивности сельскохозяйственных растений. Под его руководством были организованы новые фундаментальные научные исследования в данной области. В своем выступлении министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов сообщил, что своими фундаментальными изысканиями академик Джалал Алиев внес большой вклад в формирование деловых связей между Академией наук Азербайджана и Министерством сельского хозяйства, которые уже перешли на стадию серьезного сотрудничества. Затем академик-секретарь отделения биологических и медицинских наук Академии наук Азербайджана академик Ахлиман Амирасланов рассказал о жизненном пути ученого, его деятельности в качестве организатора науки. В своем выступлении на конференции вице-президент Академии наук Азербайджана, директор Института молекулярной биологии и биотехнологии Академии наук Азербайджана академик Ирада Гусейнова говорила о жизни и научной деятельности академика Джалала Алиева. Севда Джафарова, Шакир Курбанов, Афган Буладлы, Азертач.